центре является положение тела. То есть мы, наши ноги стоят под седалищными костями, они тут сзади. И расстояние, в принципе, равно двум кулакам. Это самое природное положение, то есть в нем мы не задействуем лишних нагрузок, потому что здесь уже напрягаются ноги, например, сильно. Здесь нам требуется их затянуть, а здесь очень природно. И если мы говорим о свинге, то, например, нам нужно найти какое-то напряжение. То есть есть у меня напряжение в руке, и мне его надо просто снять. Рука упадет. Я могу при этом согнуть ногу, что-то произойдет. Я могу согнуть ногу, вернуться, совершить поворот. И выйти обратно за этим же свингом. То же самое есть свинг еще наверху, с ногами. Это как вариант развития, вообще он делается базовый просто. Немножко качает, спокойно, стопа свободная, тянуть там ничего не надо. Она просто контролируемая в ахилле. Да, и совершаем легкие, бедро свободное. Можно перенаправить свинг в сторону, выйти откуда-то, перейти, да, и дальше от него что-то совершить.